Ну, спидерюха, что у тебя сегодня? О, осень. Она волосы отрастила? Ни хрена себе, сколько времени прошло. Сколько надо времени, чтобы отрастить такие волосы от короткой стрижки? Годик-то точно? Джуди, моя принцесса. Иди сюда, мы тебя на органы пустим. Дай хоть взгляну на тебя. Боже мой, ты стала совсем взрослой. Такая же красивая, растерянная, грустная, как в нашу первую встречу. Я не понимаю, что ты говоришь, у меня рожа свело. Я скучала. А как Айден? А? О, да. С возвращением, друг. Пройдемся? Давай. Давайте вы сами пройдетесь, я не буду с вами идти, хорошо? Не буду дергать стекло. Давайте. Я волновался. Кино пошло. Тебя ищут. Пришлось убежать. Выбора у меня не было. Докинс? Как Нейтан? О, он теперь большой начальник, глава ДПА. Да. Дорожно-патрульный автомат. Далеко продвинулся. Или автомобиль. Эксперименты. Много узнали об инфрамире. Они вбухали миллионы долларов в новый конденсатор. Он даже еще мощнее, чем раньше. Конечно, деньги на все это выделила армия. При чем тут армия? Работаете на армию? О, у Нейтана не оставалось выбора. Деньги были выделены на исследование возможного военного применения. Вот так вот. Я просила разузнать. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. А где папаня? Отец. Про него ты что-нибудь знаешь? Не, тебе зачали из стручка березы. Джонатан Николс. Ну, ладно. Умер в дороге. Можно и... Инфаркт. Это стручком все, назвать. Что я знаю. Что за вопрос, где? Спросим сначала, что за Нора. А что еще про нее известно? Немного. Знаю, только лет 20 назад она участвовала в научной программе ДПА. У нее тоже дар. Где? Где? Где она сейчас? Вопрос гастарбайтера. Мол, где Дэгбой Дащирак? Ее доставили в психиатрическую клинику. Сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. Почему? Мою мать держит в психбольнице 24 года. Почему? Что с ней? Этого я не знаю. Извини меня. Она рожала во время того, как знатоки проигрывали в «Что, где, когда». Я тебя понимаю. Теперь ее жизнь никогда не будет прежней. Она в психбольнице. Едва ли она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Она моя мать твою, мать! Мать я твою! Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Джуди. Это спецклиника под усиленной охраной. А тебя ищут. Объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. Где там? Где там картинка с этим... с принцем Арагорном? Арагорн же, да? А чё такой звук тихий? Люк Раш, чё с мастерингом звука у вас? Вы не могли погромче сделать? И посмотреть на дорожке спектра, то, что у вас он потише стал. Могли усилить? Это делается за 5 секунд, даже мною. А вами, господа разработчики, за... не знаю, в минус пойдет время, за которое вы это делаете. Ты же не думала, что я тебя одну отпущу? Йоу-йоу! Вот тебе Линдси Лохан и Пэрис Хилтон. Развлекай их. Они на поводках, на четвереньках. Можешь делать с ними все, что хочешь. Я переехал машиной. Не знаю, как вы.
Что-то не так. У ворот никого. На парковке пусто. Не нравится мне. Не, ну если это российское заведение, это нормально. Не вернусь через... Просто охранники крадут то, что охраняет. Чтоб я в машине отсиживался. Кол, стой! Коул, ты чё как мальчишка? Иди сюда, я тебе скажу. Где там мой Райан? Я тебе... Ты не видишь, что дождик идёт? Ты не... Промокни же, мать твою. Он так встал странно. Вежливо попроси. Это всегда работает. Так, бонусов никаких нету. Вежливо. Ах ты, мать твою, сраный негр! Открывай нахер быстро! Открывай ту вхожую харю там! Открывай! О, какая задница! Срочно бутылку шампанского в задницу! Срочно! Чё, это не слишком вежливо? Упс. Видимо, я был настолько вежлив, что... переполошил его. Здрасте, я пришла к Нори Грей. Покажите разрешение. Fuck you, вот мое разрешение. Умолять, допустим. Ну ладно вам. Это моя мама. Я ее не видела. О боже, я то перед тобой на колени встану. Я молилась на ночь из демона. Я сразу это хотел сделать. Его задушить можно? За что? Он же ничего не сделал. Сюда нельзя зайти, потрясающе. Ну и пошел ты, пошли отсюда. Пошли, мужик, отсюда, пойдем. Пойдем прокатимся, сходим в Макдональдс. Что ж, в этот раз не сработало. Что дальше? Извините. Здесь ждать нельзя. Fuck you. Да не, может какой-то альтернативный путь можно, это слишком простой. Можно просто уехать отсюда? И все? Нет, он не идет, так что... Не, ну по-любому есть альтернатива какая-то. Да, я не помню, что надо делать, у меня ДТП. Да. У меня растеряно внимание. Мне срочно нужен риталин. Да. Не, ну придется его душить, видать. Или это вселение в него? А я не помню. Нет, вселение это когда, по-моему, две точки вместе сводятся. А это, по-моему, душение. Или наоборот, а хер его знает. Ладно, попробую. Нет, смотрите, это вселение. Я думал, что вселение это когда две точки вместе сводятся. А, неважно. Или наоборот... я перепутал, короче. Нашла. Седьмой. Нора Грей. Окей. Она сама сказала. Здесь нет кнопки вызова. А может она за столом? Айден молодец. А теперь побудь немножко этим индейцем негром или как он там нахер называется. Кока-кола? Мужик, хочешь содовую? На, я встряхну. Могу встряхнуть своим... бедрышками. Хочешь, нет? Сокс покажу. Пока неплохо. Я-то, блин, подумал, что его надо будет душить. Думал, за что? Это же жестоко по отношению к простому вахтеру. Ну что? Айден. Тут, знаете, придет кто-нибудь так... Кто-нибудь придет в школу, обвинит старушку, гардеробщицу в биотерроризме.
А его надо отвлечь, видать, как-то. Нет, нет. Сначала отвлечь дежурного. Да ты чё, правда, что ли? Я просто попробовал. Осмотрись. Не хватит времени. Хорошо, Эль. Открывай дверь. Пробки вылетели, чувак. Давай. Окей. Ну, могли бы что-нибудь типа... посложнее придумать какие-нибудь головоломки. Это ведь не сложно. Окей, никого. Должно быть что-то. Ладно. Эй! Сумасшедший! Интересно, а насколько сумасшедший интересный в постели? Может, они меня увидят? Или представят, что я есть? Я наконец-то стану кому-то нужен, кроме этой смазливой бабы. С которой я живу уже постоянно 350 тысяч лет. Сколько можно? What the fuck? А. Камера. Еще одна. Нет, у вас просто так камеры ломаются. Не обращайте на это внимания. Нет, не надо идти их проверять. Все нормально. По-моему, все окей. Сейчас я еще раз перепроверю все, чтобы точно убедиться, что все окей. Потом вернусь в Джоди. What? Что? Так ничего же нету. Может снова вселиться в этого хрена? А туда нельзя? В том-то и дело. Хм. Не осознал. Так, наверное, сюда надо зайти, да? Ни хера себе, куда я попал? Я даже... не знаю. Он слишком далеко. Фак. Ну, сюда-то я точно не смогу попасть. Ты готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти этот мир, Джоди? What the fuck? Откуда он знает имя Джоди? Кто это? Кто это? Я его раньше видел? О! Психи! Просто психи! Так, ладно. Я тебя вижу, Айн. Вау! Вот он ты! Они знают, кто такая Джоди, нифига себе! Веди его сюда, Айн. Иди ко мне. А как? Знал бы я. Чё-то дверь как-то не открывается. Ну типа, чувак, тибэггинг по-призраковски. Еее. Ты чё, меня хочешь хватить за яйца? Фу! Фу, гомик! Гомик! Сверхъестественный гомик. Такс. Серьезно, эти стулья можно было подвинуть?
Так, этого не хватило. Окей. А, нужно было сначала найти этого санитара, а потом уже. А потом уже появилось вот это меню. Окей. Ну, более-менее такой пазлик. Здравствуй, бро. Не ожидал меня увидеть? Надо было сначала узнать, понять, мол, как здесь что работает. Овладеть навыками видения. Сквозь стены. Сквозь душевые. Прикольно. Ой, пока. Я спать. Туп. Турп-дырп. А, карточка. Чё ж я туплю-то так? Алло, вперед. О, боже. Как же я боюсь психов. Давай скорее найдем эту палату 43. Нет, я во все хочу зайти и посмотреть, может что-нибудь внутри есть. Психи? Вы знаете, что вы психи? Ничего не упускать. Нам очень важно внимание к деталям. Да, у вас такие детали? Что-то упустим, будут большие проблемы. У вас просто потрясающие детали. Я не расскажу. Стены канделаки просто. Пошла вон. Правда, я уже электричество отключил, так что не знаю, наверное, они просто не работают. Какой я был? Я был в какой? Оставьте меня. 43. Я нашел Джоди. Хватит. Здорово. Прошу вас. Да ты что, я тоже, прикинь, нашел. Я хочу все посмотреть. Джоди, я здесь. Пошел вон. Я знаю, что ты там. У меня проблемы. Небольшие. С лишним весом. Или наоборот, с нехваткой веса. Я только чувствую, будто он левитировал в воздухе. Вот, я же говорил, что-то здесь есть. Как им нравится издавать эти потрясающие звуки. Еще одна камера. Сдохни, камера! Геноцид камер! Ага, потрясающий, целуй! Целуй! Кому говорят? Ну, может, у него какой-то особый фетиш, направленный на поцелуи земли. Ой, да перестаньте вы издеваться надо мной! Мне нужно спать, понимаете? Я хочу спать. Да, вот так. Мне нужно отдохнуть. Я больше не могу. Примерно так я себя чувствую, когда YouTube затрахивает меня своими багами. Вот и про голоса в голове тоже. Днем и ночью. Эти голоса в голове, они говорят про копирайты. Они говорят про копирайты на видео двухлетней давности, которые никому не мешали, и вдруг в них нашли что-то копирайтное. О боже, я хочу просто поспать, но мне нужно сидеть 2 часа и пытаться найти эти копирайты. Пытаться понять, стоит оспаривать или нет их. Я боюсь! Бу! Дьявол! Я дьявол? Дьявол. Абм за яйца! Как тебе такое? Думаешь, дьявол будет тебя кусать за яйца? Не, конечно, дьявол на это способен, но я хуже дьявола. Чувак, прямо на тебя смотрит камера, поздравляю. Засветился. Сам себе режиссер, блин. Все, одна камера осталась. Да, здесь супер потрясающие личности сидят. В принципе, дом 2 в одном человеке. Вся суть. Я тут буду. Джоди, возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет.
Может, не надо? Надо, Федя. Так я могу уйти, что ли? Я не могу уйти. Надо. Пошел вон. Зачем меня спрашивают? Если бы я мог сделать сейчас выбор, уйти или остаться, тогда это был бы интерактив. А так, я не вижу никакого интерактива. Мам, это я. Джоди. Привет! Мамочка. Может, Зайдена надо было залететь? Дайте уж Зайдена поиграть. Выпускай Айдена! Помоги, Айден. Слава тебе, Господи, наконец я быстрее об этом догадался. Чё? А пожрать есть чё? Не, ну правда. Сейчас, смотрю, тут вообще ничего нету. О, потрясающий потолок. Что это? Это пожарная безопасность? Заменить? Некрасиво. Ничего-то не в моде у вас. Ладно, 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 бегу, бегу. Так и быть. А, надо... Понял. Я подумал, надо направить в голову мамаши. А, неважно. Молодец, Нора. Телекинез здесь. У матери есть дар. Вы понимаете, насколько важен этот ребенок? Ты не сможешь, Нора. Мы сами о нем позаботимся. Так будет. Ты же знаешь. Нет, это мой ребенок! Не забирайте ее! Я передумала! Верните мне дочь! Быстро! Унесите ребенка! Я хочу видеть дочь! А я не хочу слышать этот тупой озвучки! Надо было английский включать. Но ведь понимаете, людям хочется слышать русскую озвучку, слушайте. Увеличьте дозу, чтобы никогда не пришла в сознание. Ее заставили выйти в такое состояние. А кто? Прости. Все из-за меня. Блин, я бы Зайдена сейчас полетал тут. С ней потанцевал. Устроил бы вальс-люстр. Развеселил бы ее. Что так? Что ты хочешь мне показать? Ну я-то ни при чем. Уничтожь его! Айден, скорее, гори! Нифига себе! Так может Айден еще лекарство спида найдет? Ну и от ТПшности. Нет, в принципе, за лекарство ТПшности это топор, либо... Уничтожение Apple? Моя девочка. Невидимо каком-то инфрамире, таком вот локальном. Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джоди. Все думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Бесконечный ад наяву. Я ничего не могу сделать. Только ждать конца. Я тебя вытащу. Я тебя спасу. Слишком поздно, Джоди. Уже поздно. Ройзман тебе поможет. Я люблю тебя больше всего. Давай, позвони. И всегда буду любить. Мама!
Какая озвучка охерительная. Знаете, я могу не иметь актерского образования и также орать. Может, меня возьмут? Будут платить по 30 тысяч за озвучивание одной игры, я буду получать удовольствие при этом. Орать в микрофон. Можно убить ее, видимо. Или исцелить? Нет, убить. Байден потом будет отмазаться, мол, это не я. Что не так? Не, ну оставлять как-то тоже не вариант. Привет! Ауч.